Так получилось, что я спускаюсь в подземку. Какой-то. Нет, 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 мы все умрем. Кроме меня. Как же это плохо с моей стороны. Такой промах. Так, стоп. А, черт. Стреляй. И что там, что там? Пробивающий боевой карабин. Игнорирование 30% сопротивляемости цели к урону и энергии. Чего? А, цели урону. Он сквозь СУ бьет. Наверное, это хороший карабин. Он будет имбом, как вы считаете? Кто разбирается в СУ, ПУ и прочей сране фоллаутовской? Этот карабин будет карать? Ты без смертей проходишь? Нет, я умер уже раз 500, наверное. Так. Да я не знаю, имбовая это пушка или нет. По протектронам и чувакам в арморе норм. Ну ладно, я отдам его Пайпер, наверное. Пусть носит. Все дробовики теперь буду собирать. Мне тоже кажется, что говно, ну... Мало ли. Обидно. Мне бы калечащий бы достать, чтобы ножки отрывало. Вот это было бы неплохо. Но мне не везет с дропом теперь. Он мне выпал один раз, но я не понял своего счастья. Не оценил. Ёлки-палки, чувак. О, кстати, без Терминатора же, да? В баре. Второй части они это говно слушали. Ну, либо очень похожее что-то. Так. Я достал, значит. Жалко, что я не нашел платьев. Вот что обидно. Платьишко бы не помешало какое-нибудь. Ладно, идем в добрососедство, сдаем этот квест. Надеемся, что мне прокнет савант на него. Ты круто встал перед супермутантом, начал перезаряжаться и выстрелил. Почему он не атаковал? Ну, в Ватсе время течет, нет? Я еще... Повезло то, что мне этот карабин выпал. Который просто разваливает мутантов в мясо. Единственное, что был бы он скорострельным каким-то, наверное, даже лучше бы был. Слишком медленно перезаряжается. Калечащее оружие в сундуке. Да я не видел его. Может, у меня есть какое-то другое оружие, но оно мне не подходит. Мне нужен именно дробовик.
Ладно, давайте быстро сбегаем в этот. В глюконафт. Теперь я знаю, куда идти, поэтому все это быстро будет. Там, правда, по-моему, тоже журнал есть наверху, но мне что-то лень туда пробиваться, поэтому мы коротким путем пойдем. Красное платье было там, где костюм плаща. Чувак, они везде разбросаны, я ради одного платья не пойду назад. Самый имбовый дробаш на корабле с рейдером Синтом. Да, я знаю. Но, чувак, ты же понимаешь, что... Это тот же самый дробаш, как и тот, что мне выпал с супермутанта. Ну, типа, практически. Может быть, там на 15%. На этом 25% урона конечности было, а на том, по-моему, 50%. Ну, то есть, как бы, не сильно большая разница. Илье понравился последний Терминатор? Нет, потрясающий, только, ну, типа, идиотам может не понравиться этот Терминатор. Отличная игра же. В смысле фильм. Я брежу уже. На том дроби тоже 25%. Ну, значит, он полностью повторяет. Сколько раз я могу стримить? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Много. Вот это реально рарное оружие. И там мне упала гауссовка, я уверен в этом. Пайп. Я вообще не понимаю. А. Да ё-моё. Слушайте, он тоже что ли легендарным был? Легендарный гладкоствольный с патронником. Ну и кал. Ах, блин, зачем я их только убиваю? Вообще ничего хорошего не падает. Уже какой раз какое-то дерьмо. Улучшенная кожаная ватс-броня для левой руки. Я расстроен, ребят. Ну вообще не хочет ничего хорошего падать. Я только ради этого и играю. Чтобы дропнуло что-нибудь веселое. Так ведь нет. Одно говно. Ой, ты добрый был, да? Прости, чувак, я случайно выстрелил. Забавно, что там сложные терминалы, а тут легкие, и они делают одно и то же. Лаунс, два совпадения. Так, ладно, давайте попробуем тогда. Может быть, это Лоац? Нет, все равно два совпадения. Ну, может быть, тогда это... Так, дайте смотреть. Плейт не подходит. Юзинг не подходит. Севен не подходит. Лотс. Так, минт не подходит. Тэш не подходит. Фойер не подходит. Спиес не подходит. Глаз не подходит. Гроувс. Не подходит. Джойнс. Подходит.
Отлично. Потрясающе. Сейчас я помню, там будет такой не слабый замес. Кто помнит, какой журнал на верхнем уровне тут полезный какой-то или говно? Я просто не хочу... Не хочу идти наверх, чтобы достать очередной апгрейд для заборов. Какой здесь журнал? На пульте управления там наверху. Считаешь, что ты ж лучше бы добавили новую головоломку для взлома, например, пятнашки? Ну, они, видишь, и так постарались изменить головоломку, правда, на мой взгляд, сделали ее только хуже. Так, а почему закрыто? Все, кожаная броня для туловища. В армейской форме. Они все сдохли. Тихо. Ну какая химлаборатория? Ты чего, дурак, что ли? Выйти, алло. Ты просто пип. Без комментариев. Ну, отлично. Теперь чувак встал с боем, меня зауми. Нет. Не заунит. На крит для энергооружия. Стоит ли ради этого идти наверх? Вот в чем вопрос. Стоит ли для этого идти наверх? Вот это какой-то очень говёный, кстати, кантри. Вообще просто, вот я не знаю, просто настолько отстойный. Тут еще показывают обложки альбомов, и какой-то отвратительный гей поет эту песню. Просто ужасно, ужасно. Ладно, поднимемся все-таки крит от энергооружия. 25%. Я думаю, оно того будет стоить, правильно? Все, наконец-то я нашел винт, который ответственен за крепление микрофона и сделал его потуже, так что я не буду больше отвлекаться, емкость с газом. Но он просил одну принести. Так что не будем жадничать. Что она вообще дает? Ее нельзя использовать, только на сталь разобрать. Ставь русский рэп. Честно говоря, что-то с кантри-радио не то стало. Они как будто специально хотят выгнать меня с их радио, поэтому ставят какой-то жуткий отстой. Сейчас как-то Аврил Лавин. Но русский рэп я не поставлю, даже если мне приставят пистолет к голове и скажут, что как бы выстрелят сейчас. Потому что... Я не знаю, я лучше соглашусь на то, чтобы... Прямо сейчас самолет упал на мою... На мой дом, чем слушать русский рэп. Вы уж простите меня. Но это правда. Такова жизнь. Русский рэп — это хуже говна просто, я не знаю.